4x4 Jeep Cherokee CRD. CRD. CBR надо было писать. 4x4 CBR. 7000 RR. 7-литровый мотор. И нормально был бы джип. Вот я реально говорю, пацаны, если был бы Cherokee CBR 7000 RR, полный привод, битурбо, вообще был бы лютый аппарат. Вы прикиньте, какое только название. CBR 7000 RR. 7 литров мотор. Да, здесь такие пробочки, блин. А здесь постоянно такая херня. Здесь все время, здесь невозможно на машине вообще ехать. Был бы сейчас бы эндурик, я бы вообще был он прям вот справа там вдоль домов. А между ряди плестись тоже смысла нету. Там могут дверь открыть и... Могут дверь открыть и очень узко. Ну, очень узко это так-то хорошо, то что очень узко. Но могут дверь открыть вот. Короче, как-то так, пацаны. И опять красный, небезопасный. Красный опасный, свет небезопасный. Вот и все, и не надо стоять по километру в пробке. Первый потихонечку двигаешься и в кайф. И все. Чпек! Нейтралочка. Все, нормально. То это вообще здесь трэш. Ну а что, главное потихонечку ехать и кайфовать. Главное, ребята, не спешить, а просто потихонечку едешь. Сплошная, не сплошная. И кайфуешь. Вот. Потихонечку едешь и кайфуешь. И вот тоже появляется моментик, ребята, да, где можно ускориться. Не ускоряйтесь ни в коем случае. Также потихонечку едьте и все. И все будет кайф, кайф, кайф. Красава! Реально, я теперь понимаю, почему пацаны на мотиках гоняют между ряди. Потому что это реально как игра. Вот реально как этот GTA. GTA графика как в GTA. Реально, пацаны. Ничего себе, пацаны. Вот ты вот на синий Kia, ты вначале вправо высунулся, потом налево ушел. И смысл твоих действий я не понял. Я вот знаю одно, Camry 3.5. Любви достойная только мать. И Camry 3.5. Ну давай, давай, газку поддай. Братан, тебе уступили карман. Тебе сделали карман. Братан, газку поддай, не унывай. Чё-то вообще прям трешняк какой-то. Не, я никуда не спешу, вот мне 60 прям устраивает вообще. Такой легкий ветерочек тебя обдувает, и ты кайфуешь. Мне вообще нормально. А пацаны, выезжайте на тачках, а я на мотике покайфую. О. Липтон холодненький у меня в рюкзачке, сказал я себе. Припарковался, Липтона попил и заулыбался. Город у нас такой, он так-то очень большой. Он очень шумный, ребята. И злой. Это Ульяновск, детка. Ульяновск. Так потихонечку пробираемся. Объясняю, ребята, почему нежелательно, а вернее лучше вообще этого не делать, разгоняться в междуряде. Потому что это вас захватывает, это как игра, как графика GTA. Вот. Скоро
скорую помощь обгонять, плохая примета. Ну а куда деваться, что я за УАЗиком тащиться сейчас буду, что ли? Вот тоже некоторый раз плохая, но вот приходится. Главное, ребят, не газовать, а спокойно ехать и кайфовать. Вот. Наш девиз «Непобедим». Мы гоняем как хотим, да? Но это тоже неправильно. Маршрутчик дверь открыл, потому что жарко ему. Он сейчас может еще больше ее открыть специально. Ну, я знаю, потому что, ребята, специально бывают такие люди. Здесь нужен глаз да глаз, потому что может вас настигнуть МАЗ. А МАЗ — это не шутка. Вот такие вот, ребята, мотобудни влоговые. Это чисто вложек, ребят. Это, блин, не какие-то такие лютые покатушки безбашенные. Просто, если делать такие видео, лютые покатушки безбашенные, можно просто одно видео снять, но выкладывать его уже будет другой человек. Вот. Можно, но не нужно. Это девушка. Едет на Рено Сандеро. Рено Сандеро. Это Сандеро. Рено Сандеро. Ребят, как звучит, да? Рено Сандеро. Сандеро. Барабелла. Маракелло. Рено Сандеро. Маракелло. А девушка идет, шагает босиком. Песенка такая есть. Идет по мокрым лужам, ее голос слегка простужен. Вообще прям. Свобода, ребята, мотоцикл дарит чувство свободы и дарит свободу по факту, друзья. По факту.